добрый день. Пару слов, пожалуйста, о выставке. Здравствуйте. Мы очень довольны побывать на этой выставке. Посвящаем любому творчеству свое внимание. И рады видеть вот замечательные цветы, кстати, которые, я не помню, здесь маки, по-моему, не растут, да? Да, мы живем в горах. Только в горах здесь музей маки растут. Насчет постельных маков я вообще не уверена. Это замечательное художество. И вот мне очень понравилась вот эта картина. Да, вот это то, что вот я... Это яблоки, да? Да, но я так понимаю, что яблоки. Да? Ну, в общем, мне напоминает родные яблочные сады. Мы очень рады. Привозите больше. Это посвящает нас и соединяет с Родиной. Спасибо большое. Тут, на самом деле индийская живопись отличается от европейской и от нашей. Я думаю, что наше славянское восприятие природы, оно немножечко по-другому. Мы стараемся изобразить ее в натуральном ее виде. А индийская, она больше... декоративная. Да, больше декоративно-прикладная. То есть мелкие какие-то детали, что-то... А у нас пишется все с размахом и больше вот именно природы, натуральность передается. Очень красиво, да. Получаем наслаждение на самом деле. Спасибо большое. Организаторам. Спасибо вам, что пришли.